друзья. Ассейд Степашин Аль-Карим, ассада вассайедак ват-дуюф. После официальных приветствий разрешите, я поделюсь несколькими мыслями в связи с открытием этой выставки неофициально. Смаху ли би ан ушарика кум ба'дан афкар би ат-тарика гайри расми би хусус ифтитах хазаль махал. Во-первых, меня всегда интересовало, откуда берется русское выражение «родные Палестины» или «в наших Палестинах». По дороге сюда я посмотрел в интернете, там утверждается, что оно вошло в русский язык именно в конце 19 века твердо. В связи с деятельностью палестинского общества. Именно тогда мы стали воспринимать Палестину как нашу землю. Второе соображение. Первым председателем палестинского общества был, как мы знаем, брат Александра III, губернатор Москвы, великий князь Сергей Роман. Шакик Аль-Кайсар Лескандар Салис, Мухафиз Муску, Аль-Амир Аль-Акбар. Его дело продолжила супруга Елисавета Федоровна, которая после революции была зверски убита революционерами. И третье соображение, если позволите, последнее. Европейцы много раз приходили на Святую Землю. كان الأوروبيون يأتون الأراضي المقدسة مرارا. И, к сожалению, часто пытались поставить крестом огнем и мечом. فكثيرا ما كانوا يحاولون نصب الصليب هناك بالحديد والنار. Русские люди пришли на Святую Землю с миром. أما الروس فأتوا الأراضي المقدسة بالسلام. Где сейчас храмы тамплиеров, если госпитальеров и прочее. В то же время мы видим, как облагораживаются наши участки земли на Палестине, восстанавливаются храмы, строятся обители. ومن الناحية الأخرى إننا نشاهد ازدياد شرف وعمران القطع الأرضية التابعة لنا حيث تشيد هناك وترمم الكنائس وغيرها من المباني النافعة. Видимо, именно в этой работе императорского палестинского общества и проявляется уникальное преимущество такой русской модели мира и мирного взаимопроникновения цивилизации. Именно так и должно быть. Поэтому хочется пожелать успехов обществу. И мы всячески будем его помогать и поддерживать. Я уверен, что впереди у вас еще много радостных юбилейных дат. 130, и 200, и 300, и Бог даст, 1000 лет будет русскому императорскому палестинскому обществу. تواريخ قادمة شريفة وذلك 150 سنة و200 و
иншааллах, альф сана аля кьям аль-джамаия.